На пешеходном переходе в Челябинске автомобиль сбил девушку. ДТП произошло на пересечении улиц Каслинская и Калинина. Два автомобиля столкнулись на перекрестке, после чего один из них улетел в пешехода. Момент аварии зафиксировала камера наружного наблюдения. Кадры не для слабонервных. На видео заметно, что БМВ выезжает на перекресток на красный сигнал светофора. Автомобиль врезается в Мерседес, который следует на разрешающий сигнал. После чего седан наезжает на пешехода, девушку отнесло к зданию. Она получила серьезные травмы и ее доставили в больницу. Известно, что за рулем БМВ был водитель 97-го года рождения. Подробности аварии расскажут мои коллеги в рубрике «Происшествия» на ОТВ сразу после времени новостей. Не пропустите. Thank you.